Хочу вам прочитать пару текстов, и сильно вот пришло такое ко мне это слово, оно коснулось моего сердца. Вот посмотрите, первое послание к Коринфянам, 4 глава и 16 стих. Апостол Павел пишет: «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Смотрите, я прочитал этот текст. Господи, я уже столько лет верующий, а я не могу так сказать. Я могу сказать, подражайте мне в чем-то. Но вот сказать, подражайте мне, как я Христу, вот не могу сказать. Думаю, Господи, насколько я еще вот далек от того образа, далек от этого примера для других людей. Чтобы сказать такие слова, нужно быть во всем похожим на Христа, правда? Во всех поступках, в жизни, даже в мелочах. Вот был такой момент однажды со мной. Ну, торопился на 7-й Северной. Там такой перекресток, и чтобы быстро проехать этот перекресток, нужно было сплошную линию переехать. С той стороны разрешалось, там пунктирно сплошная, а с этой стороны нельзя. И нужно было, чтобы переехать на ту сторону, нужно было сделать крюк, отстоять в пробке, в светофоре и потом проехать. Времени минут 20 ушло бы, наверное. А тут ты стоишь на перекрестке, раз, туда смотришь, нет машин, туда смотришь, нет машин. Раз, сзади смотришь, нет машин. Так раз, вроде и камер нету, и никого. Жух! И проехал. И едешь такой, поначалу еду такой радостный. Вот, пробку объехал. А следом приходит, а Христос бы так поступил? А если бы позади тебя были верующие люди? Братья твои и сестры, какой бы ты пример им подал? И я еду и понимаю, думаю, Господи, какой я глупец. Ты бы так точно не поступил. Вот понимаете, вроде мелочь, кто-то скажет, ну мелочь, но отделался бы там штрафом, если бы поймали. А вот вы вот просто представьте в жизни, сколько мы совершаем вот таких, казалось бы, мелочей. И мы не подражаем Христу. И поэтому мы и не можем сказать, подражайте мне, как я Христу. Но ведь Бог нас спас. Он нас оправдал. Он сделал нас новым творением. Он нас от наших грехов очистил. Дал нам возможность начать все с чистого листа. Дал нам все необходимое, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, омывает нас, и Дух Святой дает нам силу, и свободу мы получили от греха, и дьявол не имеет над нами власти, и победу можем одерживать в искушениях. А все равно не хотим мы быть похожи на Христа в точности. И находим этому какое-то оправдание. А у нас есть эталон, у нас есть образец, к чему мы должны стремиться. Стремиться быть похожим на Христа. И я просто представил апостола Павла, человек, в котором люди видели Иисуса Христа. Во всем, в мелочах видели в нем Иисуса Христа. И я задаю себе вопрос, я столько лет верующий, а когда люди смотрят на меня, на мою жизнь, на мои поступки, везде где, на работе, или, может быть, я на почте, или я на учебе, или еще я где-то встретился с людьми. Они смотрят на меня. А кого они видят? Видят ли они Иисуса? Могу ли я так сказать? Подражайте мне, как я Христу. Или могут ли так люди сказать? Слушай, вот надо подражать. Он настоящий христианин. Он поступает, как Иисус Христос.
Ну, давайте еще один текст, который мне хочется прочитать сегодня. Не знаю, вот такое какое-то у меня скорею или что, но не такой я, как Христос, а так хочется. Почему-то так хочется приблизиться, во всем быть похожим на Него, в мелочах, в отношении с людьми. Вот это не значит, что, вот, ну, что апостол Павел был таким мягким каким-то, он мог и поспорить, он мог и обличить, он мог и быть строгим. Ну, не об этом, но сама его жизнь, она была особенной, она была справедливой. Он не был лояльным ко греху никогда, но в то же самое время он и любил людей. Он мог грозить пальцем, а следом говорить: «Бог любит тебя». Дать шанс. Вот стремимся ли мы к этому, или наша жизнь, она вот так вот проходит, как бы даже, ну, замерла в одном положении, или все же мы стремимся быть похожим на Иисуса во всех поступках. Деяния апостолов, 19 глава, прочитать. Знаете, я думаю, что вот это ключ победоносной, счастливой, даем возможность Христу жить через нас. Если мы живем, как Иисус Христос, через это приходит в нашу жизнь победа. Поверьте, мы живем в мире мрака, в мире зла, в мире, где царствует дьявол, в мире, где он строит свои козни. Он ходит, как рыкающий лев, ищет кого поглотить. Он портит жизнь окружающих людей. И мы, как верующие люди, получившие свободу во Христе, мы должны жить победоносной жизнью, быть в победе. Но почему-то так часто проигрываем. Часто уныние нас какое-то посещает, разочарование, какая-то слабость. Мы допускаем в нашу жизнь какие-то грехи, потом каемся, потом опять: «Господи, прости». И так все как-то вокруг одного. Мы как будто не видим стандарта, мы не видим образца, к которому нам нужно стремиться. Мы не пользуемся этими инструментами, которые Бог дает нам в достижении образа Иисуса Христа. Оправдываем себя. Но я верю, что Бог призвал нас жить победоносной жизнью. Апостол Павел, знаете, он не был таким святым человеком, когда Христос его нашел. На меня нет, он так говорил о себе. И тем не менее этот человек дошел до своего состояния, что он мог говорить: «Братья, друзья, церковь, подражайте мне, как я подражаю Христу. Смотрите на меня и подражайте, берите пример». Итак, давайте мы прочитаем 19 глава книги Деяния и с 11 стиха. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Посмотрите, что происходило. Бог совершал немало чудес руками Павла. Просто вдумайтесь в это. Бог совершил немало чудес руками Алексея. Бог совершил немало чудес руками Татьяны. Бог совершил немало чудес руками Надежды, Светланы, Максима, Владимира. Бог совершил немало чудес. А почему нашими руками Бог не совершает? Или совершает так мало чудес? А кто-то скажет: а моими руками вообще ничего не совершает. Ничего. Но мы читаем, и мы видим, что Бог творил руками Павла много чудес. Посмотрите, там даже опоясание. То есть все, что было на апостоле Павле, его одежда исцеляла людей. Вот люди прикасались к платкам, к опоясаниям его. И болезнь уходила, и бесы выходили. Ведь это жизнь. Что же было?
в нем. А в нем был Христос, настолько реальный, настолько живой, чтобы Христос просто брал его руки и его руками совершал все вот эти чудеса и действия. А почему? Почему нашими руками Христос не совершает, как в жизни апостола Павла? Может быть, мы ему не даем наши руки, не позволяем ему? Может быть, причина кроется еще и в том, что мы не подражаем Христу, мы не стремимся к, вот, к этому образцу веры и встали в каком-то одном состоянии. Посмотрите, 13 стих говорит далее, даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Имя Иисуса Христа в жизни апостола Павла было не просто приставка, не просто провозглашение. Как очень часто мы слышим такие молитвы: Господи, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса, и ничего не происходит. И мы как бы, ну, похожи вот на этих заклинателей злых духов. Употребляем имя Иисуса, а ничего не происходит. А и не будет происходить. До тех пор, пока мы не поймем, что употреблять имя Иисуса, это не значит проговаривать его. Пользоваться именем Иисуса, это значит действовать от имени Иисуса. Это значит представлять Иисуса в том месте, где вы находитесь. Вот поэтому бесы и уходили. Они чувствовали Иисуса, они видели Иисуса в апостоле Павле. Болезнь уходила. А наше верование и употребление имя Иисуса только всего лишь в провозглашении. И ничего не происходит. Но если я употребляю имя Иисуса, это значит, я представляю, я действую от Его имени. И Христос говорит: «Се даю вам власть наступать на змеи, на скорпионов и на всю силу вражью». Представлять Иисуса в своем доме, представлять Иисуса у себя на работе, представлять Иисуса везде, где бы ты ни был. Ты представитель Иисуса. Бог послал тебя. Вы знаете, ну, я как-то смотрел новости и про одного чиновника. И этот чиновник давал ему полномочия, представителем в одном из регионов нашей страны. И вот показывали по телевидению, как эта встреча проходила. И на встрече с президентом, он, то есть до того, как ему дали эти полномочия, он такой был скромненький, глазки так бегают, что аж камеру оператор уводил, так как бы так неудобно было даже снимать. Такой был скромненький в присутствии президента, такой: да, 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 Владимир Владимирович, да, 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 да. И потом его сделали полномочным. И вы знаете, я как глянул на него, он приехал в тот регион, где ему дали полномочия, он такой походкой, он так расправил грудь, и все вокруг него власть. Полномочия, которые были даны ему властью. И это нормально или нет? Это как бы естественно и нормально. А у нас в духовном мире нечто похожее. Мы живем во тьме, но почему-то не светим. А Христос говорит: я даю тебе власть, действуй от моего имени, будь моим представителем. А мы не действуем. И быть его представителем, это значит приходить вместо него, поступать как он. То есть, когда я действую от имени кого-то, я представляю того, от чего имени я действую. Вы понимаете? И, соответственно, в христианской жизни
Я должен жить как Христос, поступать как Христос. И тогда бесы и вся тьма, они будут видеть Христа. Вот посмотрите. Далее здесь 14 стих написано, что были некоторые люди, верующие, написано, семь сынов иудейского первосвященника, дети первосвященника. Они увидели, что апостол Павел употребляет имя Иисуса, и происходит такое действие. Бог творит его руками такие чудеса, бесы выходят. И что они начали делать? Они начали употреблять имя Иисуса. Но не представлять Иисуса, а просто употреблять имя. И они что сделали? Они нашли одного бесноватого, пошли к нему, бесноватых людей, их же видно, правда? Их же очень часто бесноватые люди, мы их можем видеть, как они живут по поступкам. И вот они пошли в дом одного бесноватого и начали изгонять беса именем Иисуса Христа. Начали употреблять это, проговаривать. И посмотрите, что написано. Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, Павел мне известен, а вы кто? Как это кто? Мы же пришли тут сейчас именем Иисуса Христа. Говорит, не-не, подожди, а вы кто? Вот Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто? Кто вас уполномочил прийти и меня изгнать? Ну, мы именем Иисуса. Ну, понятно. Вот я сейчас приду, вот представьте, пришел в нашу мэрию и сказал: здрасте, я вот от президента, почему указ не выполняете? Как на меня посмотрят? Скажут: парень, милицию вызовут. Скажут: ты что? Скажут: Путина знаю, там, Медведева знаю. А ты кто? А ты кто? Полномочий нет. Вот понимаете, да? А иметь полномочия, представлять Христа. Поэтому бесы знали Иисуса и знали Павла. Их жизнь была идентичной, одинаковой. Апостол Павел поступал во всем, как поступал Иисус. Поэтому бес знал. Он знал Иисуса, который жил в апостоле Павле. Поэтому и особо надо было вот повторять 500 раз во имя Иисуса, как заклинатели это делали. Он просто приходил, и бесы уходили. Он положил руку на человека, и люди исцелялись. Вот к чему мы должны стремиться. Братья и сестры, сегодня удивительный вечер. Давайте мы подумаем над этим. Чтобы наша жизнь, она становилась все более и более похожей на жизнь Христа. На жизнь апостола Павла. Чтобы мы могли однажды сказать: знаете, братья и сестры, подражайте мне, как я Христу. И это не было гордостью. Христос бы так поступил. Христос бы никогда не переехал бы двойную сплошную. На красный свет то же самое. Он бы не превысил скорость. Он бы никогда ни на кого не обиделся. В отместку бы не дал никому. По щеке или словом. И мы должны быть на него похожи. Иначе все теряет смысл. Понимаете, вот крест Иисуса Христа, он имеет такое двоякое действие. Первое, он для нас что-то сделал. Искупил нас. Христос вместо нас потерпел наказание и мучение. Двоякое такое действие. Первое, это Он сделал для нас. А теперь есть еще путь креста или путь Христа. И мы, как люди верующие, мы должны не просто получить
то, что Христос сделал для нас, мы еще должны и совершить. Мы еще должны пойти этим путем. Мы еще должны и сделать что-то для Христа. Жить ради Христа. Поступать, чтобы люди видели свет. Братья и сестры, мужья видели свет. Жены наши видели свет. Дети наши видели свет. Бабушки, дедушки, внуки, чтобы у них в памяти осталось такое слово. У меня бабушка и дедушка святыми были. Вот так мы должны жить. А я встречал такое. Один человек мне говорит, в советское время, я, говорит, помню, я был маленький. Моя бабушка, она была верующая, она была святая. Он ничего не помнит, он помнит, что она была не такая, как все. Вот и нам надо, братья, реабилитация. Кто прошел ее, вот вы на пороге новой жизни. Преображайтесь в образ Христа. Сатана так нас испортил. Он свой образ вложил в нас настолько, что мы запутались, мы не знаем, как выбраться. А Христос спас нас, чтобы вложить в нас свой образ, чтобы мы были похожими на Него во всем. Во всем. И это несложно. Вот если мы примем решение следовать за Иисусом, поступать, со временем нам легче и легче станет. Вот смотрите, чем больше вы общаетесь с Богом, тем вот ваша жизнь, она все лучше и лучше становится. Как бы меньше и меньше грехов, правда? Вот это же правда. Вот я вам говорю, я в школу Христа съездил, приехал, я как будто как святой человек такой какой. Мысли чистые такие. Знаете, такой, как, думаю, Господи, вот так бы сохранить вот это все. Вот это сохранить, твою нежность, чистоту, вот сохранить бы это все, сохранить. Эх, завтра опять уеду я туда. А вы сейчас, братья и сестры, приедут, они другие будут. Вот, когда ты так в Боге, с Богом соединяешься, это очень здорово. Вот поэтому очень важно нам быть вместе, быть в домашней группе посещать. Приходить по четвергам, молитвы, это помогает нам становиться все лучше, похожими на Христа. Вот я знаю, общаюсь, иногда семьи, мужья бывают неверующие. Ну, спрашиваю, я так задаю вопрос в беседе, разговариваю, а что в церковь не ходить? Практически все мужья, знаете, вот так, на жен на своих, вот так. То есть они не ходят в церковь, потому что жены не являют им Христа. Себя являют. А то и хуже бывает, и дьявола еще явят для них. И он не хочет. А жена, яви Христа. День, два, три, пять, месяц. Но не вытерпит он. Где, куда приходит свет, тьма сама собой уходит. Никто больше свечу не ставит ее под сосуд, под кровать, но на подсвечнике, чтобы видна была всем в доме, понимаете, освещала. Вот это, к этому мы должны стремиться. И я сегодня проповедую не только к вам, к себе, потому что я сказал с самого начала, Боже, столько лет уже, 20 лет я верующий, больше даже. И я не могу сказать таких слов. Братья и сестры, подражайте мне, как я Христу. И не могу. Ну, хочу. Ну, может быть, как к старости или со временем, как бы я достигну, когда люди окружающие будут говорить, говорят, ну вот, Денис теперь как Христос похож, похож, уже близко-близко. Так хочется, чтобы со стороны. И мы все должны к этому стремиться. Все. К этому Господь нас призвал. Чтобы мы могли явить Иисуса Христа. Чтобы мы могли Иисуса показать людям. Показать им, чтобы люди, которые здесь живут, они говорили, в этом доме обитает Христос. Когда
когда они увидят нашу жизнь, когда они увидят в нас, в наших поступках, в наших словах, они увидят Христа. Я, знаете, слышал свидетельство, уже заканчиваю. Вот у нас тоже такое происходит постоянно здесь на общаге. Люди 5 метров до помойки, они то с балкона кинут, то вышел утром рано. Я просто такую картину вышел, идти ему неохота в трекушечках, он с будуна, он этот мусор жух сюда, в кусты. А я слышал такую историю, что человек один все время этот мусор убирал. Просто ходил, убирал, ходил. Чужой мусор ходил, собирал, относил. Свой несет, и еще чужой свой, и еще чужой. Свой, а потом, говорит, обнаглел так, что прям в дверь стучал, говорит, ну что вы там мусор, когда выставите уже, я уже отнести его хочу. То есть они выставляли, а он забирал. А потом выходит, нет, он уже стучит, говорит, ну вы когда там, я уже ваш мусор хочу отнести, уже жду, вы его все не выставляете. И это шокировало соседей этих. Разговор был. Они начали говорить, почему ты это делаешь? Мы понять не можем, почему. То есть они мир потеряли в доме, вот он просто за ними мусор. А как мы? Мы как? Вот я так подумал. Я вот встретил одного. Мне бы вместо взять бы мусор его и отнести, а я начал ему выговаривать. Да что ж это вы такое вот? Вот понимаете, я потом думаю, зачем я все вот это вот пристыдил его? Он там это взял, пошел, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну, думаю, ну Христос же ведь по-другому бы поступил или нет? Ну, он бы взял бы молча, пошел и отнес бы. Но я думаю, Господи, вот как мы еще далеки от Тебя, насколько нам нужно к Тебе приближаться, чтобы познать Твой характер и быть похожим, и сделать то, что, ну, как Ты делаешь. Пусть Господь нас благословит. Аминь, братья и сестры.